Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами Женек, вы на канале Allé for Men. И сегодня мы будем распаковывать вторую партию посылок для рыбалки, для спиннинговой ловли. Специально заказываю посылки с бесплатной доставкой. Стараюсь заказывать самые дешевые позиции из тех, что представлены на торговой площадке AliExpress. И самое интересное будет, наверное, в конце видео. Это долгожданный, значит, самый большой такой заказ у меня. И он единственный будет не с площадки AliExpress. Начнем, пожалуй, с самого банального. Это катушка. Я в прошлом видео показывал такую катушку. Где-то в пределах она 620 рублей идет, металлическая. Значит, и я себе сразу после того выпуска заказал вторую такую же. Вот она. По идее, сейчас мы посмотрим ее. Отличается ли она чем-нибудь от той, что приходила вот ранее, желтенькая коробочка. Время тратить ваше я сегодня попусту не буду. Сегодня интересно. Советую досмотреть все-таки. Ну или там перематывать, кому что-то неинтересно. Перематывайте. Коробочка, собственно, у нас такая же. Скидываем на пол мусор, потом я уберусь. Значит, касаемо этой катушки, меня товарищ один попросил сделать отдельный обзорчик, как она накладывает леску. Мне самому интересно, товарищи, я это сделаю, поскольку мне вторая посылка пришла. Это намот, приспособа для намота. Значит, в эту коробочку мне опять же подарили такую бобинку. Два крючка с лопатками. И, ну, вам тут будет не видно, а, к сожалению, мне нет аппаратуры, чтобы снимать это все в макро. Там два крючка, рачок такой, короче, ну, не знаю, будет не видно. Ну, в общем, подарочек опять мне прислал продавец. Это плюсик. Сама катушечка у нас фирмы Лайюанг. Обычно китайцы любят делать скандальные такие названия матерные. Значит, я на данный момент заказал вторую катушечку не на 3000 шпульку, а на 2. Она гораздо меньше, ребята. Давайте я вот даже выложу, сравню с прошлой. На 2000 гораздо поменьше катушечка. Я бы сказал, очень поменьше. Вот. Значит, это у нас на 3000 идет, это идет на 2. Они абсолютно одинаковые. Есть фрикцион, да, абсолютно одинаковые. Все прикольно, качественно. Ее я буду использовать под крокодильчики. Ну, просто я тогда заказал под крокодильчик на 3000, а потом подумал, а нафига мне она на 3000, ребят, закажу-ка я на 2. Она поменьше, но меня это не расстраивает. Вполне себе такой же ход. Люфты в пределах нормы. И я думаю, что остается только смазать, как обычно, как я и тогда говорил. Но надо было заказывать 2 сразу на 2000, ну, потому что для закидушек, для крокодильчиков больше и не надо. Давайте сразу следующий товар, как я и сказал, это намот. Приспособа для намота. Значит, на площадке AliExpress в основном они идут от 400 рублей там и так далее. Я нашел и скину вам ссылочку, где ее можно купить за 260 рублей. Давайте ее посмотрим. Устройство не хитрое. Вкусненько. Значит, устройство не хитрое. Выглядит она, значит, тоже не хитро. Пакет прорвался, хотя и открывается. Ничего страшного. Ну, что могу сказать об этом изделии? В принципе, за 260 рублей, я думаю, что никто не будет напрягаться. Может купить себе ее. Она присасывается к гладкой поверхности. В общем, такое вот приспособление. Значит, с помощью фиксаторов мы его здесь закручиваем. Пружинки создают нужный натяг. Сюда мы ставим бобину с леской, с плетенкой. Здесь ее закрепляем с помощью вот таких конусных
металлических частей. Опять же, натягиваем пружинку, натягиваем, надеваем, значит, закреп. Все, в принципе, мне кажется, качественно. И здесь такая маленькая резиночка с двух сторон, чтобы закреп не слетал, если вдруг что. Хотя он так, в принципе, не слетит. Вот. Мы создаем нужный натяг и наматываем себе сколько угодно лески, плетенки на свои катушки. Очень удобная вещь за 260 рублей, ребята. Мне кажется, ну почему бы и нет. Дайте я точно вам скажу. 267 рублей я за нее отдал. И ссылочки, естественно, будут под видео. Поехали дальше. Дальше у нас пойдет лип-грип. Захват. Но это не простой лип-грип. Значит, за него я отдал 807 рублей. Вес его 240 грамм. Это лип-грип от фирмы Писцифун. Ссылка будет, естественно. Значит, заказывал я его 9 марта, получил 4 апреля. Кстати, насчет заказов, намот я заказал 16 марта, получил 25 апреля. Катушечку я заказал, ну, катушечка, кстати, очень быстро приходит. В тот раз, по крайней мере, быстро пришла. Я ее заказал 1 апреля, пришла она мне 16-го. Лип-грип я заказал 9 марта, пришел 16 апреля. Давайте его посмотрим. Это не просто лип-грип. Тут три в одном, ребята. Я увидел на канале у Сани «Простая рыбалка» такой лип-грип. Ну и заказал его себе, как бы, из Цифун. Хорошечно упакован так, добротно. Идет в коробочке, ну, естественно, почему бы коробочка и не была бы мятой. Вот такой вот, ребятки, лип-грип. Включает он в себя весы, но они не точные, но для рыбалки, говорят, товарищи, подходят. Вот. Ну, почему-то мне на ощущение сразу кажется, что он то ли песок в него попал, то ли еще что. Он с линеечкой сразу можно рыбку подвесить и отмерить, сфотографироваться, чтобы ваши товарищи не возмущались, что вы там обманываете. Но на спуск сама функция, вот мне кажется, что там песок, то есть он скрипит. Ну, я думаю, я свяжусь с продавцом. Спорта я открывать, естественно, не буду. Я его промажу сначала. Вообще-то он смазан, хорошо так смазан. Тут видно это сразу. Но, тем не менее, ну, не знаю, протестить мне не на чем. У меня тут тяжелого сейчас ничего такого нет, что можно было бы зацепить и протестить. Ну, лип-грип приятный. Есть веревочка с зажимчиком. Мне нравится, в принципе. Как выглядит, мне нравится. Рулеточка. Сразу весы. Весы тут заявлены до 17 килограмм, но, скорее всего, они килограмм 15, как пишут в отзывах. В общем, смотрите сами, опять же, ссылка будет. Погнали дальше. Дальше, ребята, я решил заказать такое приспособление, которое, в принципе, я не видел на него ни отзывов, ни каких-нибудь ссылок на YouTube, там, ну, на него вообще нет обзоров, то есть, как бы, по крайней мере, я лично не нашел, я могу ошибаться, извините сразу. Это отцеп для блесен, то есть зацепили мы какой-нибудь воблер, блесну дорогущую, да, и очень обидно, там, например, сидит коряга какая-то, и вот типа а-ля вот эта вот приспособа, она должна отцепить ее. Очень я сомневаюсь, что она будет исполнять свой функционал, но на то мы и заказываем на Алиэкспресс. Значит, заказал я этот отцеп, сразу скажу, чтобы потом не повторяться, за 868 рублей. Заказал его 20 марта, пришел мне 14 апреля. Шел, и я помню, что он отслеживался, по-моему. Да, они практически все отслеживались. Вот, выглядит он вот так вот. Здесь, значит, пакетики пусто. Ну, тут чего, тут само приспособление, вот этот отцеп. Получается, что зацепили мы, значит, блесну.
у нас идет основная там плетенка, допустим. Мы, значит, на вот эту бобинку. Тут есть инструкция. Инструкция есть на ссылке, по ссылке на товар, который я вам скину. Зацепили мы, значит, на вот эту бобинку этот отцеп, вот за эту вот штучку, и пускаем его под воду. То есть он под своим весом, он, в принципе, весит сам, ну, я бы сказал, что грамм, я не знаю, сейчас давайте взвесим, 72 грамма он весит с копейкой, но это будет зависеть от изделия. Значит, зацепили мы его за вот эту веревочку, которая здесь идет с бобинкой в комплекте. Опускаем по нашей, значит, леске. И типа он как-то вот блесну цепляет. И, короче, надо пробовать. В общем, вот такой отцеп. Его на отдельную надо, наверное, катушечку какую-то приспособить. Давайте не будем на нем зацикливаться. Здесь, в принципе, все показано, инструкция есть, я ее оставлю на всякий случай. Ну, потому что у меня тоже есть дорогие воблеры, как бы. Не то, что я просто показываю, там, что я с Алишки заказываю, у меня есть дорогие воблеры, и мне их терять не хотелось бы. То есть, ну, 400 рублей за корягу, ну, как бы, дорогая получается у нас, ребята, рыбалка. Проще на платнике ездить, как бы. Погнали сразу дальше. Следующий у нас товарчик, это... плетеночка Cast King, четырехжилочная. Километр заявлен у продавца. Километр. По моим расчетам, получается, мне ее хватит, в принципе, ну, на 7 катушек точно. Вот, значит, тут идет опять же купончик на 10 баксов. Как Cast King обычно мне дает купон на 10 баксов. Может быть, и вам дает, я не знаю. Но я у них постоянно заказываю. Вот в прошлый раз я заказывал мульт, вы это в прошлом видео видели. Тут опять же какой-то каталог. Ну, мне это все пока не интересно. Купон, каталог. Я, кстати, не понял, как пользоваться вот таким купоном, ребят. У меня до сих пор лежит тот купон на 10, этот еще на 10 баксов. Если кто-то знает, я очень прошу, отпишитесь в комментах, что с ним делать. Я вот не понял. Может быть, я просто уже старенький. Сама плетеночка. Значит, что у нас? Это мультиколор. То есть... А, ну, в принципе, тут вот так она выглядит. Не знаю, налезет она на намот. Да, налезет она на намот. Спокойно. Такой плотненький у нас Super Power Braided Line. Короче, получается 22 LB, 1097 ярдов. Вот, наверное, в ярдах. И 0,2 я заказывал миллиметра толщиной. Мультиколоровская, я ее буду наматывать, соответственно, уже на все катушки, помимо той плетенки, что у меня есть. И на ней мы останавливаться не будем, но единственное, что я хочу сказать, что она очень гладенькая, скользкая. И как заявляет Cast King, она классно тонет. То есть она типа крутая плетенка. Значит, на таких, что я хотел... лично первое открыть товарах мы остановимся. Поехали дальше, мелочь. Самый большой товар, ребята, будет в самом конце. Но он не с Алиэкспресс. Дальше я заказывал шапочку. Ну, антимоскитную, получается. Заказал я ее 14 марта. Пришла она мне 31 марта. Но там был косяк на почте. Как бы ее не порезать здесь. Косяк был на почте. И я как бы почту ее потеряла. Но я ее вернул. Не без помощи, естественно, продавца. Я хотел сначала открыть спор, но потом решил не делать этого. Зачем? Так, я тут порезал пакетик у нас немножко. Видите, чем я открываю? Обычным ножом. Потому что мне еще идет скальпель, которым я хочу это все дело открывать. Мне уже надоели эти обычные ножички. Потому что мы ими пользуемся в повседневной жизни. Шапочка антимоскитная. Заказывал я ее, если не соврать. Не буду врать, не подписал, не помню. Идет она вот в таком чехольчике, который, если хрен, что вряд ли кому когда-то понадобится. Шапочка, значит, у нас... Ух ты, как она раскрылась.
Цвет мне ребята прислали не тот. Буду открывать спор. Цвет не тот. Ах, жалко. Но, тем не менее, что, цвет у нас это самое второстепенное. Выглядит она вот так. Не знаю, как она мне она будет выглядеть. Наверное, по-дурацкому. Здесь есть отверстие. Ну, например, для трубочки под пивасик, там, я не знаю. Ну, главный ее функционал, это чтобы комары не доставали. Вот так делаешь и все, и рыбачишь себе. Видно отлично через нее. Обидно, что с цветом они прогадали. Я буду открывать спор. Вот, но тем не менее. Да, вот за цвет я открою спор. Блять, вот такой я козел. Поехали дальше. Я недоволен. Дальше у нас идет, ребята, рыбочисточка, наверное. Товар, который нужен для, например, приготовления ушички. Поймали вы там немножко рыбки, захотели покушать, у вас есть горелочка, кастрюлька, водички набрали, вскипятили, рыбку почистили с помощью вот такой штучки. Сделана она некачественно. Ну и отдал я за нее, если не соврать, меньше 40 рублей. Ну, конечно, сделана она некачественно. Надо проверить сначала дома, прежде чем брать такую фигню на рыбалочку. По сути, она чистит рыбу, и чешуйка собирается вот в этом отсеке, а потом просто выкидывается. То есть не получится так, что вы все, блин, в чешуе, и вокруг все вас в чешуе тоже. На ней тоже не будем тормозить. Сразу поехали дальше. Дальше у нас пойдут немножко мелкие товары перед самым крупным. Следующий товар — это крючкоточь. Тоже копейки стоит, 103 рубля я за него отдал. Бесплатная доставка, как и у всех вот этих товаров, абсолютно. Везде бесплатная доставка. Крючкоточь, ну, для того, чтобы перед рыбалкой, если вы основательно уже собрались на несколько дней, вы же проверяете свои крючки, я надеюсь. Вот. Может быть, какой крючок затупился. Вы не видите, я заказывал синий крючкоточь. Заказывал 16 марта, пришел он мне 18 апреля. Он синий, в отдельной коробочке. Алмазный крючкоточь, ребят. Не знаю, видно, не видно. Тут есть специальные канавки для того, чтобы протачивать именно крючочки. Выглядит как целочка, поэтому, наверное, все 55 баллов я поставлю и так далее. Далее, что хочу посмотреть, это из разряда следующих видосов. У нас сегодня просто 13 с вами посылочек. Мы сегодня откроем не 10, а 13. Просто что пришло на сегодня, точнее, на вчера, что сегодня пришло, я даже не смотрел там. Заявлено в этой упаковке 20 силиконовых, значит, виброхвостов. 8,5 сантиметров, весом 2,4 грамма. Именно я заказывал разные цвета. Опять же, посмотрим. Нож тупой у меня, ужас вообще. Да, прислали разных цветов. Давайте их откроем. А, вот здесь даже, да, по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Две упаковочки по 10 рыбок разных цветов. Тонковатые, мне кажется, на самом деле. Чего они из себя представляют? Ну, достаем первую попавшуюся. Тонковатый на самом деле, сразу скажу. Касаемо запаха, немножко надо проветрить, но в основном очень мягкие. Я думаю, что играть они будут прикольно. Ну, но запах чувствуется, ребят, запах чувствуется. Я не помню, сколько я за них отдал. Сейчас вам постараюсь сказать. 320 рублей за такой наборчик. 320 с бесплатной доставкой, все дела. Ну, для расходника пойдет. Что это, никак иначе, как расходник. Значит, откладываем их в стороночку. В общем, цветов здесь желтенький, черненький, синенький, бордовый, розовый, еще один розовый, два еще темно-синих и один зеленый. Собственно, и этот набор точно такой же, абсолютно. То есть два одинаковых набора, получается, по два цвета каждого. Ну вот между этими, я не знаю, разницы я не вижу. Может быть, увидит разницу рыба. Посмотрим. Поехали дальше.
Дальше, наверное, распакуем. Что у нас? Поводочки давайте распакуем. Поводочки. Заказал я эти поводочки 9 марта. Пришли они мне 4 апреля. Ничего бы не повредить. Главное. Значит, что у нас тут за поводочки? Полагаю я, что поводочки фигня. Проще делать самому. Ну, здесь комплект. Ух, как они. Выпали. Здесь у нас идет комплектом они. Блин, как их теперь? Как бы их теперь сделать? Они, значит, уже с карабинами и с вертлюжочками. Что насчет карабинчиков, ребят? Карабинчики самые отвратительные. Посмотрите на посылки. Карабинчики надо переделывать. Сами поводочки. Ну вот я так сразу не скажу, но... Нет, порвать невозможно руками. Руками не рвутся. В общем, только остается надеяться на то, что крепкий здесь... Значит, крепкая термоукладка. Карабины я сразу поменяю. Они мне уже идут. Будет третья часть, кстати. Там и будет и мелочевочка, и будет и прикольненькие товарчики. В общем, карабинчики заявленные на 7, на 10 и на 13 килограмм. А, вот это я пытался порвать на 13, на самом деле. Все они 30-сантиметровые. Вот такой наборчик. Будем пробовать. Это тоже расходник, как бы. Бог с ним, если порвется. Жалко будет только, если будет ставить хороший воблер. Но хороший воблер я сюда не поставлю, естественно. Я сюда буду ставить силиконочки. Также расходный материал. Значит, следующее. Я думал сначала, когда мне это пришло, что это, опять же, пустой пакет. У меня уже есть видео с пустым пакетом с AliExpress. Думал, ну все, опять меня... Значит, на Е продавец. Но, тем не менее, потом я нащупал, здесь должны быть колечки. Колечки, 50 штук колечек. На них я заострять внимание не буду. Чего, колечки есть колечки. По отзывам они очень довольно прочные. Вот. Отдал я за них. Ну, я не подписал, но тоже вообще копейки. То есть там... Поехали дальше. Уже будем подходить к самому интересному на сегодня товару. Я думаю, я его долго ждал. Точнее, долго ждал, чтобы на него накопить. Я его не рассматривал как товар, который я возьму и прям сразу куплю. Я на него так откидывал деньги, там по 100, по 150, по 200, по 300 рублей в день. Вот. А сейчас мы рассмотрим такой товарчик. Он скорее не то чтобы для рыбалки, но для повседневки. Это как брелочек, это карабинчик. Значит, отдал я за него 134 рубля. Многофункциональный карабинчик. Идет он вот в такой коробочке. Super Knife написано. Ну и опять же, карабинчик есть карабинчик. Что с него взять? Просто посмотрим качество исполнения. Здесь 20 в одном инструментов. Даже здесь, ребятки, есть заточек для крючочков. Вот так он выглядит, по идее. Так, на нем отверточки. Ну, короче, я не знаю, вам будет видно, не будет. В принципе, ну, за 100 рублей он как-то смазанный, кстати, неплохо. Как брелочек и как, в принципе, какой-то карабинчик для рыбалочки, он, в принципе, подойдет. В принципе, слово паразит, я не знаю, почему. У меня оно вырвалось уже раза 4, наверное, за последнее время. Вот, карабинчик в сторону. И теперь приступаем к обзору вот этого, ребята, товара. Это, как уже, наверное, кто-то догадался, тубус для спиннингов. Тубус твердый. Вот, заказывал я его с сайта Fisherman. Обошелся он мне в 3100 рублей. Для того, чтобы всю вот эту вот свою братью спиннинговую сюда взять, положить и поехать на рыбалку. Потому что когда мы едем на незнакомый водоем, мы не знаем, что там ждать, мы не знаем, какой, что там клюет,
если мы до этого не читали отзывы о водоеме, да, наверное, рот, например. Вот. И чтобы быть ко всему готовым, чтобы можно было и покидать спиннинг, причем любой, и закидушечки закинуть, и прочее. И чтобы все было при тебе, я вот заказал такой себе, ребят, тубус. На самом деле я на него, ну, я его приметил, так сказать, еще в январе месяце. И потихонечку что-то откидывал. И наконец-таки его заказал. Заказывал я его из Люберец, поскольку я сам москвич. Живу в Москве, влюблено. Из Люберец он там с проблемой из-за курьера, там кто-то заболел. Значит, из Люберец он мне пришел за 4 дня. Наконец-то я его распаковал. Стоял он у меня, значит, дня 4 дома, я на него любовался, запакованного. Наконец-то я его открыл. Тубус представлен на сайте в трех размерах. Я заказал 145 внутренний размер и 149, получается, он внешний размер. Потому что самая максимальная длина колена моей удочки 142. Как раз 145 мне и хватит. На тубусе есть кармашки, например, для всяких там рогатулек. Кстати, да, влезет. Кстати, отлично влезет, все прекрасно. Кармашек для рогатулек, кармашек для всякой другой мелочи непосредственно в самом тубусе. Два отделения. Два жестких отделения. Не знаю, будет видно, не будет. Моя мыльница не фокусирует, наверное, так. И тут еще есть один длинный кармашек, но я тоже полагаю, что для каких-то, может быть, тоже рогатулин или, ну, мало ли, что сюда можно положить, да, например, что угодно сюда можно положить. Единственное, что я не вижу пока здесь, это ремня через плечо. Но он, наверное, да, вот он здесь, внутри, ремень через плечо. Вот он, ремень через плечо здесь. В общем, круто, круто. Сам он весит, наверное, килограммчик, может, полтора. Твердый тубус с двумя отделениями, с тремя карманами. На этом, пожалуй, мы закончим. Ссылка на него также будет в описании. Там очень много всяких прикольных вещей. За какой-нибудь там отзыв там можно получить еще и скидку до 50%. В общем, прикольный магазин. Я на него случайно наткнулся в интернете. Это не реклама, сразу знаете. Мне ничего не присылают. Я еще не такой раскрученный, знаменитый. Я просто начинающий любитель. Вот. В общем, такая вот сегодня была подборочка. Что хочу сказать. Следующее видео будет уже снято, когда мне допридут уже все остальные еще 30 посылок. Там будет интересно что-то, что-то будет просто неинтересное. Но тем не менее я покажу все. Я заказывал в основном, там будет силикон. Поскольку в обе были в первой части, силикон будет в третьей. Потому что он дольше всего идет. Вот только единственные мне рыбки пришли. И то сейчас на них нельзя ловить, потому что запрет. Короче, ребят, я желаю что? Всем, кто сейчас ездит на платники, всем в любом случае хорошего клёва. Вкусных котлеток из щуки. Вот. А как только я обзаведусь аппаратурой для нормальной видеосъемки, я, соответственно, уже буду нормально снимать. Не на эту мыльницу. Кому что-то было полезным, можете поддержать пальцем вверх. С вами был Женек, канал Ali for Men, для настоящих мужиков. Это была вторая часть подборки о рыбалке. Первую часть, я не знаю, видели вы, не видели, не суть. Значит, она у меня в предыдущих видеозаписях. А на сегодня я с вами, наверное, попрощаюсь. К сожалению, очень хочется выйти на рыбалку, но нет времени. Как многие скажут, что это у тебя отговорка такая, что времени нет. В общем, я думаю, может быть, с кем-то увидимся на водоеме. Всем счастливо, удачи. Пока.